Привет, мои дорогие! Да, я, к сожалению, давно не записывала видео, потому что у меня было столько всего, что произошло за последние 3 месяца. Мне кажется, у многих даже за год столько не происходит. Постоянно какие-то поездки, какие-то командировки. Были в Новосибирске крупное было мероприятие для топ-лидеров компании Oriflame. Я ездила в Сингапур, это город миллионеров, и жила в самом дорогом отеле мира. Ну, в дорогом смысле не стоимость номеров, а самый дорогой проект, потому что бассейн, самый высокий бассейн в мире, то есть такого еще не было. То есть это, конечно, было здорово, это круто, и можно на моем YouTube-канале посмотреть, конечно, то, где я была, но самое главное для меня важно, это то, что, почему я не уходила, у нас был просто бурный рост в нашей команде в целом. Мне кажется, к нам пришло порядка 2000 консультантов буквально за 3 месяца. Это что-то с чем-то. У меня у самой выросло за 3,5-4 месяца сразу 2 директа, мои личных 2 директора с нуля. В командах появляются новые директора, золотые директора, то есть все вот идет вот так. Ну, а почему это происходит? Да, я как-то не задумывалась. Да, в основном 90% в компанию приходят это дисконтные потребители, которые говорят, мне бизнес не нужен, мне ничего не нужно, я буду просто эту косметическую продукцию брать для себя. И как-то вот на днях получилось так, что я задумалась, а почему люди приходят в компанию Oriflame, да? Да, здесь, понятно, экономия. Хотя некоторые говорят, ой, там 18% скидки, маленькая скидка. Но люди не учитывают, какие компании дарят подарки, какие постоянно акции проводят. И я решила посчитать свой доход. Доход за один каталог, доход за один год, сколько я сэкономила, участвуя в различных акциях, в разных проектах. И сколько я сэкономила за все то время, что я в компании Oriflame. Ребята, я была в шоке. Вот у меня был реальный шок. Я писала всей своей команде, мы тщательно переписывали. Неужели такая огромная сумма получается? Казалось бы, это те продукты, которые ежемесячно, ежедневно пользуется каждая семья. У кого из вас есть кошелек, красивая сумочка, клатч, конечно же, да. Все, что сейчас модно, все, что вы сейчас можете на различных европейских и подиумах мира увидеть, все также у нас дублируется в компании Oriflame. А вот такой вот зимний комплект. Включает в себя сумочку, обложку под документы и кошелек, как и весной, так и летом. Возможно, вы мне скажете, ой, Oriflame, какие-то сумочки дешевые, я предпочитаю различные брендовые сумочки. Да, я тоже люблю брендовые сумки, но я стараюсь их покупать в Европе, потому что цены очень сильно отличаются. Вот, например, трепещите, сумочку, которую сейчас вот реклама идет в интернете со скидочкой, по полной стоимости, обещают, что она эта сумка стоит 30 тысяч рублей. Вау, какая классная! Я ее купила в Валенсии, и как вы думаете, сколько она стоит? Да, там со скидочкой показывают на сайте 7,5 можно, но парам-парам-парам, она стоит 1500 рублей. Поэтому прежде чем бросаться за каким-то либо брендом, знайте, что на самом деле то, что вы видите в интернет-магазинах, это не стоит того. То есть, конечно, идет переплата. Да, вы не поедете специально в Италию покупать в Валенсию сумочки, которые там производятся. Но почему бы и нет? Я люблю хорошие дорогие сумки, также я люблю сумочки, которые я ношу повседневно. И выгода, экономия, и это всегда в тренде, и тем более, что сейчас модно подбирать под гардероб цветовые различные сумки и делать разные образы. Это более стильно, более интересно смотрится, нежели чем вы будете с одной и той же сумкой ходить, к примеру, полгода или год. Я заказала с 50% скидкой, так как являюсь участником бизнес-класса. Весь комплект по каталожной стоимости 3880, а он обошелся мне 2000 рублей, так как я VIP-клиент компании Oriflame. Я смотрю, какие-то идут новиночки. Я очень люблю новинки. И постоянно покупаю, приобретаю. Если мне что-то не подходит, я всегда найду, кому передарить. Или я просто сочетаю гаммы. Ну вот очень я люблю помады. Шелковая роза и розовый атлас.
две помады. Розовая, вы видите, сейчас она матовая, но матовая она похожа по своему качеству больше на устойчивую помаду. Такая немножечко такая подсушивает губы. Акция, которую не оставишь без внимания, это краска, шампунь, кондиционер с 50% скидкой. Так как у меня густые волосы, и я окрашиваю в стиле амбре от темных к светлому, мне потребуется за одно окрашивание 3 краски. Я окрашиваюсь не каждый месяц, где-то раз в 2-3 месяца или перед какой-то важной подъездкой в какую-то страну. К каждому комплекту красок я взяла шампунь и кондиционер. Причем я взяла два комплекта для окрашенных волос и два комплекта для того, чтобы придать блеск волосам. Раньше моим фаворитом был комплект для сухих волос, эмилированных, но это было раньше, потому что краска очень хорошая, я восстановила свои волосы, и они уже больше не сухие. Так как я люблю не только волнистые волосы, но и выпрямляю, я использую щипцы, плойку и фен с подкручивающим эффектом, с вытягивающим эффектом. Конечно, горячие приборы очень сильно травмируют волосы, поэтому я использую спрей-термозащиту. И вот сейчас со скидкой тоже купила этот продукт. Нашим краскам, благодаря щадящему уходу и, конечно же, благодаря витаминам, я позволила себе отрастить хорошие, не нарощенные густые волосы. Пошли к теме витаминов. Каждый каталог, мой стандарт, я рассказываю во всех видео, это мужские, женские витамины Wellness Pack. Это обязательно коктейль. Наберите в гугле о детских витаминах именно Oriflame, а омеге. И вы как один у всех увидите, услышите одно и то же, что сразу однозначно у ребенка становится более сильный иммунитет, память, зрение улучшается, он более активный, лучше сидит на уроках, запоминает. Если взять мою Маришку, то мы в группе пионеры, что бы то ни было, всегда, если у кого-то вирус, группы закрываются на карантин, мы всегда ходим. И я уже отсчитывала, последний раз отсчитывала, сколько уже идет, 6 месяцев, 7 месяцев, 8, 9, 10, 11, 12, и вот почти уже чуть больше года прошло, как мы заболели вирус, сейчас очень сильный вирус в Омске, но мы заболели, и все проходило, конечно же, в более легкой форме. Эта продукция обходится мне дешевле на 25%. Почему? Потому что я оформила подписку, и каждый четвертый каталог какой-то продукт идет в подарок. Например, в этом каталоге у меня бесплатно вышел Wellness Pack для мужчин. В каждом доме найдется такие продукты, как жидкое мыло и крем для интимной гигиены. Сейчас он идет со скидкой более 60%. Смешно задавать вопрос, чистите ли вы зубы по утрам? Конечно же, да. И тоже сейчас идет акция, две зубные пасты по цене одной. Причем это новинки. И такой вот момент, такую фишечку, не все знают, что нельзя каждый день пользоваться одной и той же пастой. Утром надо зубную пасту брать одну, например, отбеливающую, а вечером брать вторую какую-то для ухода за зубами. Также есть акции для деток, две пасты по цене одной. Да, они сейчас пока идут. Один вкус с клубничкой. Мне кажется, вкус остался тот же, просто переупаковали, может, чуть-чуть нюанс изменил. Также с 55% скидкой купила ограниченную лимитку Giordani. Это более вечерняя коллекция. Здесь идет светленькие, идут как хайлайтер, выполняет функции. И розовенькие, придание еще дополнительного какого-то сияния. Меня завалили подарками. На каждую сумму 990 рублей мне пришло вот таких вот 9 блесков для губ. Уже я один подарила, и хороший повод подарить в детский садик воспитателям, подружкам, еще кому-нибудь знакомым. Вот такой вот один блеск стоит 300 рублей. Классно экономим, практически 3000 рублей сразу за один заказ. Руками даже не понимаю. Вот этот весь заказ обошелся на сумму 209 бонус баллов. И еще, так как эти баллы можно потом обменять на подарки, на 200 баллов я обменяла вот на такой крем для век. Он стоит 500 рублей. Когда я все вместе посчитала, я была в шоке. То есть, если все сложить,
как мы привыкли с вами раньше считать, да? Ну, там цена в каталоге, какая-то акция. Но я, честно говоря, тоже, как и все, не учитывала полную стоимость. А как раз-таки полная стоимость – это полная стоимость продукции, которую вы можете увидеть в магазинах. Тем более сейчас курс доллара поднялся, и цены выросли, а в компании Oriflame еще продукция осталась по старым ценам. Так вот, если взять стоимость по полной стоимости посчитать, и включая подарок, и то, что я заплатила, то полная стоимость тех продуктов, которые я получила в заказе, это 22 тысячи рублей, ну, включая подарки, а заплатила я 8 тысяч рублей. И получилось, что за один только заказ я сэкономила 13 тысяч рублей. Да, 3 тысячи из них подарки, но сумма 10 тысяч рублей за один заказ. Это колоссальная сумма. А дальше я стала размышлять, а сколько же это будет в год? 10 тысяч рублей. Ну ладно, мы уберем подарки, а также подарки, которые я сейчас получу. Проектор, принтер. Вот айфоном я пользуюсь тоже когда-то в подарок от Oriflame приходил, ноутбук, то есть подарков постоянно много. Это мы не считаем. Возьмем просто чистую стоимость. 10 тысяч рублей я сэкономила на ту продукцию, которой пользуетесь сами. Согласитесь, что произойдет, когда у вас закончится зубная паста? Да, я сейчас их купила две, но она же заканчивается, я все равно буду покупать. Так лучше сейчас же с 50% скидкой купить, чем позже. Либо шампунь для волос. Лучше сейчас купить с 50% скидкой, чем потом через 2-3 месяца. Я в любом случае это куплю. Или краску для волос. А вот так я покупаю все продукты по акциям, по распродажам. Ну и плюс то, что новиночки, которые мне очень нравятся. Также это продукция для здоровья, для меня и для моей семьи. Я не знаю, как для других, для меня это важно. Кроме того, я периодически высылаю заказы моей маме сразу с доставкой на дом в Краснодар. Тоже продукцию компании Oriflame. Это wellness плюс какие-то продукции. Я это делаю не каждый каталог. Я сразу сделаю, соберу очень большой заказ. Один большой и сразу отправляю. И вот, к чему я это. 10 тысяч рублей экономия за один только каталог. У нас в Oriflame 17 каталогов. Получается, экономия в год 170 тысяч рублей. 170 тысяч. Представляете, какая это сумма? Что можно купить на эти деньги, да? Ладно, вы скажете, ой, я не покупаю на такую сумму денег, я покупаю в два раза меньше. Ну там, 100 баллов. Хорошо. 170 поделим на 2, сколько это? Там 80-70 тысяч рублей? Ребята, на эту сумму можно хорошо съездить в какую-то страну. Да, на эту сумму можно купить телевизор. Продолжим дальше. 170 тысяч рублей. Если эту сумму умножить на 13 лет, которые я в компании Oriflame, то получается сумма 2 миллиона 200 тысяч. Шок, правда? 2 миллиона 200 тысяч, боже мой, да? На эту сумму можно купить уже однокомнатную квартиру. Но подождите, это еще не все. Я не учла то, что с 2009 года я являюсь директором компании Oriflame. Я получаю дополнительно доход, возврат денег с товарооборота 22%. То есть это порядка еще 300 тысяч рублей. Ребята, 220 плюс 300 тысяч получается 2,5 миллиона. Даже вы скажете, ой, это слишком большая сумма, я покупаю гораздо меньше, ну, там, может быть, себя можете сравнить, или буду покупать гораздо меньше, или она меньше покупала, ради бога, выкинем отсюда миллиончик. Хотя бы за 1,5 миллиона в любом случае можно купить однокомнатную квартиру. Поэтому задумайтесь о том, что вы в любом случае каждый месяц что-то покупаете. Говорят там, ой, я пользуюсь дорогой брендовой продукцией. Что хочу сказать? Да, ради бога, каждый выбирает свое, но в свои 34 года я бы не сказала, что я выгляжу хуже женщин, которые пользуются дорогими брендами, которые покупают в дорогих магазинах. Скажите, это выгодно? Выгодно. Как вы думаете, среди ваших знакомых есть люди, которым нужен дополнительный доход, например, бесплатная квартира? Вы в любом случае за 10-15 лет все тоже каждый день будете где-то покупать продукцию различных косметических компаний. Задумайтесь, в России живет 143 миллиона людей, которые каждый месяц что-то покупают. Среднепотребительская корзина на одного человека, заказ косметической продукции, это 700 рублей. У нас есть
младенцы, бабушки. Есть такие, которые, как я, любят фанатки косметической продукции, которые более 10 тысяч могут потратить за один месяц. Так вот, если в среднем посчитать 700 рублей умножить на 143 миллиона, получается 100 миллиардов рублей. Каждый месяц, хотите вы это или нет, каждый месяц 100 миллиардов рублей прокатываются в России, и люди покупают. Понимаете как? Неважно, какой косметический бренд. Сегодня они купили этот бренд, завтра они купили другой бренд. Так вот, задумайтесь о том, что для того, чтобы стать директором в компании Oriflame и получать доход в среднем 40 тысяч рублей, нужно создать товарооборот порядка 250 тысяч рублей. Это к тому о том, есть 100 миллиардов и 250 тысяч рублей. И есть ли резерв еще работать, сотрудничать с компанией Oriflame? И наша команда сейчас это более 8 тысяч участников. И неважно, где вы находитесь, у меня в первом уровне, мое личное сопровождение, либо в любой директорской команде нашего проекта, у нас одно единое обучение, у нас одни единые вебинары, у нас одни общие командные чаты. Поэтому вот именно благодаря этому у меня лично, да, и во всей моей команде очень быстрый и стремительный рост. Зайдите на наш командный сайт. У нас идет просто сумасшедший рост, идет кризис, люди понимают, что нужны деньги, нужен людям доход, либо нужна экономия, и все что-то ищут. Воспользуйтесь вы этим шансом или нет, решать вам. Ну и до встречи на наших вебинарах или просто на моем канале, YouTube-канале, где я с вами поделюсь еще, может быть, какой-нибудь интересной мыслью. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Пока-пока!